Всем привет, с вами Александр. И сегодня я вам расскажу, зачем я ломаю свою большую беседку. Вроде она такая очень классная, да, и ну и в принципе по деньгам не дешевая. Я не помню, за сколько ее покупали родители. Ну что-то около 50 тысяч, я думаю, вместе с доставкой, с установкой. Ну и мы приняли такое решение избавиться от нее, потому что никто в ней не сидит. Сейчас я на нее камеру переведу. Вот она, собственно, крышу я уже с нее снял. Начал разбирать потихонечку. Ну и смотрите, вот она полугород занимает, да, это, можно сказать так, мой отзыв спустя несколько лет использования вот такой беседки. Я уже писал по ней видео. Она вроде удобная, когда у вас большая семья, и действительно люди любят очень часто собираться именно в беседке за столом, да, на улице. Мы в основном тоже так делаем, когда приезжают много родственников. Мы жарим шашлыки и собираемся здесь все. Ну, так как все в основном работают и приезжают сюда редко. Здесь в основном наша семья, там 4-5 человек живет. И шашлыки мы, если когда делаем, то едим их. Можно вот в этой беседке или прям в доме. А здесь, получается, у нас толком никто не бывает почти никогда. Только дети забегают иногда поиграть. Ее полностью заметает снегом зимой. Стол аж, видите, какой. Все, он теперь только на дрова. Поэтому вот так вот доски куда-нибудь пригодятся. Виноград с той стороны я уже пересадил. Крышу я вон пополам распределил. Наполовину вот сюда, на эту беседку. И половину на душ с туалетом. Еще пока его не доделал, но в процессе нахожусь. Так что прежде чем покупать такие огромные беседки, подумайте. Как раз у меня теплица встала вместо бассейна, да, с батутом. Но вот теперь вместо беседки и будут бассейн и батут стоять. А здесь будет свободное пространство для детей, чтобы бегали, играли. Вполне достаточно места. В общем, так, пишите свои комментарии, кто что думает, ставьте лайки. Всем пока.